Ботулинотерапия верхней трети лица. Почему верхняя треть, а не только межброви или лба? Давайте разбираться. Часто в директ мне пишут: «Хочу уколоть только межбровку или лоб». В медицине, как и в косметологии, есть старейший принцип. И звучит он так: «Prima non nocere» – прежде всего не навреди. У нас на лице есть леваторы, поднимающие, и депрессоры, опускающие мышцы. Так вот, расслабляя только одну группу, антагонисты работают сильнее, сопротивления-то нет. И в результате мы получаем морщины и заломы на других зонах. Яркий тому пример – мне только межбровка. Допустим, мы пошли на поводу. Мимические мышцы носа со временем образуют складки и заломы на коже, работая усиленнее, также и на лбу. А дальше предлагаю посмотреть на специально подготовленный кейс ботулинотерапии верхней трети лица.